Martti Uuro minun nimi. Tove. Olen ajakirjanik. Можно по-русски, для русских зрителей. Маркер, журналист. В чем была ваша идея, затея, почему вот в этом государственном учреждении есть ваши имена и камеры? Имена, потому что мы... Не помогали. Надо помогать всегда. Да. Когда что-нибудь хорошее где-нибудь делают. Это очень такое важное предприятие. Вытрясвитель должно быть в каждом населенном пункте. Даже я бы сказал, что... Я знаю, что в Таллине 17 лет не было такого заведения. А что эти были тяжелые годы. Да, очень для тяжелые. Всех нас. Черные годы. А куда же этих людей девали? Ну, в полиции. Никто не знает. Эти люди пропали все. А какая же была ваша помощь, какой ваш вклад? Мы делали... Мы дали деньги. 100 и март 100. Ну, судя по тому, что, по-моему, 26 миллионов крон с созданием, это не так много. Но мы бедные люди, и больше не могли дать. Мы не можем конкурировать с городском. Как вы думаете, может быть, будет такая ситуация, когда вы, возможно, станете клиентами этого? Может быть. Ну, тогда у вас уже будет... Тогда у нас уже... Вот, так и все. А на чем-то отличается от других? Кроме таблички? Я не знаю. Может, посмотрим тогда. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ох, я рада. Смой, если ты не мелина.